Перспективы развития экономических отношений глава региона Вениамин Кондратьев сегодня обсудил с чрезвычайным послом Азиатской Республики в России. Делегация прибыла в Краснодарский край большим составом. Среди них инвесторы, руководители различных предприятий и политические деятели. Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань и Вьетнам связывают давние партнерские отношения. В прошлом году товарооборот между краем и республикой составил больше 180 миллионов долларов. С начала этого года сумма приближается к 90 миллионам долларов. Создание совместных предприятий должно открыть новую страницу в партнерских отношениях, считает глава региона. Сегодня во Вьетнаме очень хорошо развита легкая промышленность, текстильная промышленность. Для нас это представляет потенциальный интерес, и развитие подобных отраслей промышленности для нас тоже является стратегическим сегодня направлением. Поэтому, как вариант, конечно, создание совместных предприятий в отрасли легкой промышленности, текстильной промышленности. Насколько мне известно, во Вьетнаме очень хорошо развито курортное направление, бальное лечение. Для нас это является тоже тем вектором развития нашей курортной отрасли, на которую мы сегодня внимательно смотрим и максимально прилагаем усилия в развитии именно на уровне современных бального курортов и, конечно, санаторно-курортного комплекса. Поэтому здесь вьетнамские практики, которые сегодня зарекомендовали себя на весь мир, тоже нам будет очень интересно, где мы можем найти взаимные пересечения с точки зрения развития уже наших курортов, курортов Краснодарского края. Да, во Вьетнаме сегодня достаточно развита текстильная промышленность, и вы верно подметили, на наши курорты приезжают сотни тысяч туристов, полностью поддерживая ваши инициативы по созданию совместных предприятий в этих отраслях. Это действительно хорошая перспектива нашего дальнейшего сотрудничества. Еще одним направлением развития отношений станет создание деревоперерабатывающих предприятий. Бизнесмены из республики наслышаны о кубанском лесе и готовы вкладывать деньги в эту отрасль.